Мы делаем все возможное, иногда даже делаем невозможное. Мы в полной координации сегодня с нашими вооруженными силами. Мы в полной координации, мы строим укрепрайоны. Все вместе работают наши коммунальные службы, работают военные. Мы привлекли еще технику. И это очень важно, потому что мы хотим быть более защищены. И мы хотим однозначно понимать, что наши военные защищены, потому что они обороняют нас, обороняют город Харьков. И они должны находиться в специальных укрытиях. И для этого мы сегодня вместе с военными делаем все возможное и строим линии обороны. Я уверен, что мы совместными усилиями защитим город Харьков, защитим всю Украину.